На красную дорожку вышли штурмовики. Так, на Каннском кинофестивале презентовали новую ленту знаменитой космической саги «Звездные войны». Критики уже прочат фильму рекордные кассовые сборы. В чем его отличие от всех предыдущих, расскажет Елена Абрамович. Штурмовики в белых блестящих костюмах на красной дорожке. Презентация «Звездных войн» традиционно состоялась при участии самых узнаваемых персонажей. Название новой части саги – «Хан Соло. Звездные войны. Истории». Вместе с главными героями на ковер вышел и режиссер Рон Ховард. Говорит, результатом более чем доволен. Преимуществом было то, что много талантливых людей, в том числе и предыдущие режиссеры Крис Миллер и Фил Лорд, немало вложили в эту историю. Провели много исследований, которыми я смог воспользоваться. Оставить то, что сработало, развить то, что было экспериментом. Новая сага повествует о приключениях юного Хана Соло. Главную роль сыграл молодой актер Олден Эренрайк. Особую роль в фильме отводит женщинам. Правда, по мнению актрис, ничего особенного там нет. Забавно, что говорят о сильных женских характерах. Я посмотрела на роль, которую я играю, и роли коллег. Это нормальные женщины. Просто они ведут себя так, как следует в определенных ситуациях. Мы настолько не привыкли видеть себя такими, как есть. Женщин в жюри в этом году больше, чем мужчин. И еще одно новшество. Впервые тут открыли горячую линию для жалоб на сексуальные домогательства. Нововведение – реакция на скандалы с участием кинопродюсера Харви Ванштейна. Многие жертвы пожаловались, что пострадали именно во время Каннского кинофестиваля. Пока же атмосфера здесь, как говорят актеры «Звездных войн», полюбовная. Кино – это процесс сотрудничества. Когда мы снимаем, то предлагаем какие-то идеи. Иногда они срабатывают, иногда нет. Но это очень интересный процесс. И думаю, результат именно так и выглядит. Сделано с любовью. В прокате лента появится уже 21 мая. В США выход фильма приурочен ко Дню памяти. У американцев будет 4 выходных подряд, и кинокритики уже прогнозируют рекордные кассовые сборы. Из Канн Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».